16 спортивных площадок будут установлены в Нижнем Новгороде в этом году. Площадки многофункциональные, воркаут, тренажеры, баскетбольные щиты. Все это не на асфальте, а на безопасном резиновом покрытии. Все площадки будут установлены до 21 августа, до юбилея Нижнего Новгорода. Нашей школе очень повезло, потому что воркаут-площадка нам очень сильно нужна, чтобы тренироваться. Мы постоянно выезжаем на соревнования, и это поможет дальнейшему развитию школы, развитию учеников. Данная площадка – это не просто подспорье. Это великое благо, которым мы будем пользоваться в реализации как профильного обучения согласно федерального государственного образовательного стандарта старшего обучения, так и будем формировать понимание и правильного отношения к здоровому образу жизни, начиная с младших школьников. Эта площадка у нас не только для школы рассчитана, она рассчитана для любого населения, как этого микрорайона, других микрорайонов. Все, кто хотят, могут сюда прийти. Пока работает и открыта территория школы, любой желающий может прийти, позаниматься, но также выйти уже в тот момент вечером, когда школа закрывается. Поэтому будет общий доступ.